Извините, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Конечно. Вот вы это самое. Застегнитесь. Да оно само. У него, наверное, сломанный этот самый. Это самое. Там сломан замок. Я уже третий раз. Мы тут про политику. Ничего, что я вас снимаю? Да ничего. Импозантный мужчина, нормальный. Ясно. Может, вы что скажете про обстановку в стране? Обстановку? Обстановка никудешняя. Чи политика уже надоела? Политика... А фактически политика надоела. Я тебе интервью дал, и Путину мне по барабану, тот Путин и этот. Я лично считаю, Путин должен, мы братья, Путин должен как братьями к нам относиться, а не так, как да к последнему. Ему пофиг, братья. Так ему пофиг, а нам не пофиг. Мы, ну, и мы Путина провозглашали нормальный все мужик. Вместе, все то это, а теперь что? Да. Теперь... Непонятно. Брат на брата. Украину растянуть на куски, это и все. То больше, ну, я думаю, до цього не дойде. Хіба можна так це... Ну, хоча йде трошки. Ну, нехай Путін подумає. До цього йде. Да, це саме. Ну, я не знаю, що так Путін поступив. Путін поступив за Януковича. Звісно, були. У нього свої таракани в башці. Да. Ну, тоді друге діло. Так-то ми ж були всі в місті. Всі в місті були. Воювали в них, все.